8 фактов о Мигурино Лука. Погнали. Факт номер 1. Мигурино Лука превысила возраст, равный 20 годам. Она не намного старше Хацуна Мику или остальных вокалоидов, но всего лишь там на годик или на пару годиков. Факт номер 2. Оптимальный темп этого вокалоида в среднем 65-145 BMP, но Лука может разогнаться до 228 BMP, как в песне Black Jack. Для тех, кто не в курсе, BMP — это скорость текста. Факт номер 3. Псевдоним Луки — это CV03. Факт номер 4. Кей — это художник, создавший образ нашей любимицы, сделал ее дизайн асимметричным. Поэтому под разными углами образ вокалоида выглядит по-разному. Факт номер 5. Дизайн золотых витков изображает медные духовые инструменты и движение воздуха. А синий камень представляет влагу в воздухе или же каплю воды. Факт номер 6. Мигурино Лука является одним из самых популярных вокалоидов. Она находится на третьем месте, так как первое место держит Хацуна Мику, а второе — Кагамина Рин. Факт номер 7. Мигурино Лука и Хацуна Мику являются возлюбленными. Это доказывается в песне «Магнит», что значит «магнит». Если вы не верите, просто переведите песню, а остальные совместные песни о любви с другими вокалоидами — это всего лишь жалкая постановка. Ну что, убедились? Факт номер 8. Лука имеет довольно звонкий голос, но Гуми поет на высоких нотах. В этом и есть отличие, если сравнивать их английские песни. А на этом все, дорогие друзья. Еще осталось 5 вокалоидов. Но и про остальных я тоже не забуду. Если хотите больше фактов, тогда подпишитесь на этот канал. А на этом я вас покидаю. Удачи!